Всем привет, друзья! Сегодня ко мне на обзор попали суши Доши Доши. Я купил самые дорогие суши, они также называются Доши Доши. Так, стоимость 192 гривны. Вот такой дали мне чек. Это открылся новый суши-бар, получается на Таврическом, напротив Биллы. Остановка Зочи, там рядышком немножко пройтись. Да, и вот я зашел туда к ним, суши-бар. И вот что мне понравилось, давайте вот так поставим, вот так, чтобы было все красиво. Что мне понравилось, это, скорее всего, это была, наверное, администратор и девушка, которая работала на кассе, как бы, они о чем-то разговаривали. И вот я когда подошел к стенду, к витрине, смотрю на цену, и они так улыбаются, я говорю: «Добрый день!» Я говорю: «Здравствуйте, девушки!» И что мне понравилось, это то, что вот они разговаривали, когда я подошел к витрине, они прекратили общение, и не было вот такого, знаете, когда стоит клиент, там смотрит на цену, и идет такой диалог, типа: «Я попросил его вчера купить кефир 1% жирности, а он взял 2,5%. Я вчера была без кефира». Это действительно, это... Как он мог? «Марина, прими мои соболезнования. Я вчера была без кефира». То есть, вот этого не было. Мне понравилось. Не было вот этого бабского такого. Суши-бар Доши-Доши радует приятным персоналом, максимально быстрым обслуживанием, достаточно низкими ценами. Ну, приятный персонал, да. Максимально быстрое обслуживание. Мне сказали, что суши будут готовы примерно через 8 минут. Да, примерно 5-6 минут я ждал, это правда. Насчет низких цен хочу сказать. Я покупал Филадельфию. Я делал обзор, кстати, можно на моем канале также посмотреть, тут 350 просмотров, 11 лайков, 2 дизлайка. Это было 24 октября 2017 года, получается ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 месяца прошло. Вот, слушайте. «По-моему, его выбросил. Ну, поверьте на слово, ребята, 89 гривен, 89 гривен, и готовили мне роллы. 89 гривен Филадельфия. Эй, вот Филадельфия. 97 гривен. Разница получается 8 гривен. Да, это немного, но к лету они могут стоить 130 гривен. Но это не точно. Ну что, давайте приступим к распаковке. Так, соевый соус. Салфеточки. Палочки. Упаковка. Порядке не падало. Все довольно выглядит аппетитно и вкусно. Ну и, конечно же, все. Я сказал, что я не умею пользоваться палочками, мне положили вот такие учебные, такое крепление специальное. Да, и рекламка. Под видео в описании я оставлю ссылочку на их сайт. Там можно будет перейти, посмотреть на цены, заказать на дом. В общем, всю информацию можно будет получить по ссылочке под видео в описании. Да. Да, и вот весь перечень. Ассортимент у них огромный. Еще раз повторюсь, цены у них просто шикарные. Да, цены очень хорошие. Филадельфия, ну, немножечко подняли, 97. А так неплохо. 63, 81 гривна, 76, 105, 68. Мне кажется, как только они перейдут барьер в 120 гривен, они уже будут, мне кажется, неинтересными. Сделаем трепанацию, снимем крышку. Класс. Все так свеженько. Блин, очень приятно пахнут. Очень вкусно пахнут. Роллы, конечно, бомбийские.
Роллы классные, большие. Вообще просто супер. Прям вот просто хочется взять и сейчас все сразу слопать. На, серьезно. Мне сделали замечание в прошлом видео, сказали, что пальцем некрасиво тыкать на роллы. Давайте будем тыкать палочками. Ребят, выглядят они, конечно, очень аппетитно. Выглядят они очень красиво. Единственное, вот этот крайний, он немножко развалился. Краешек вот этот. А так, в целом, видите, они равномерные. Если я делал обзор на Филадельфию, и там, конечно же, они один узкий, второй вообще был какой-то большой игрок. Oh my! Да, то здесь все относительно одинаково. Давайте пройдем по составу. Рис нори, угорь, креветка, лосось, майонез, авокадо, икра, тобико. Еще что хорошо, что ни имбирь, ни васаби не касается кусочков ролла. Это правильно. Хватит смотреть, давайте пробовать. Суши. Фирменные суши доши-доши. Посмотрите, он реально огромный. Он очень большой. Классно. Вот такие должны быть суши, большими. Давайте попробуем. Вот эта икорка, она лопается на зубах. Вообще такой привкус. Класс. Очень вкусная. Нет ощущения, как будто мыло жуешь. Я покупал суши в Херсоне. Не буду говорить, где. Но складывалось ощущение, будто у тебя во рту кусок мыла. И ты... Один ролл съел, и сразу хочется еще. Давайте вот этого красавца скушаем. Он так и смотрит на меня. Действительно вкусно. Все. Огурчик, креветочка, лосось. Все слышно. Нет такого, что, допустим, один вкус перебивает все остальные. Ну и корочка вообще в тему. И корка вообще классно. Еще хочу порекомендовать, попробуйте, возьмите Филадельфию с угрем, 130 гривен. Тоже очень вкусненько. Филадельфия неплохо. Тоже очень понравилось, вот 97. Что касается фирменных суши доши-доши, 192, мне кажется дорого. Мне кажется, цена должна быть примерно 150 гривен. Но это мое мнение. Пишите в комментариях, как вы считаете. Ну, 192, мне кажется, это дорого. 150 – это хорошая цена для этих суш. Остановитесь! Спасибо, друзья, то, что посмотрели это видео. Под видео там в описании ссылочка. Переходите по ссылочке, заходите на сайт Доши-Доши. Заказывайте, рекомендуем, действительно, очень свежим, очень вкусным, классная цена и быстрая доставка. Пока-пока!